Привет всем, меня зовут Николай Соколов. В этом уроке мы с вами попробуем поиграть вот такие небольшие арпеджио. Будем обыгрывать гармонию. Здесь у нас будет получаться с вами следующее. То есть мы играем переменный штрих, что очень важно для развития правой руки, чтобы она у вас постоянно-постоянно работала. Потому что в этом случае мы с вами можем играть еще свиповые движения. Но данный урок не по свипу, а по переменному штриху, межструнному. Это очень тяжело, потому что штрих идет строго-настрого вниз-вверх-вниз-вверх, и мы обыгрываем еще и гармонию при этом. То есть это достаточно интересное такое получается созвучие у вас. Смотрите, первое в созвучие мы можем сделать с вами вот как. И, в принципе, мы с вами можем сыграть удар вверх-вверх-вверх на конце. И вверх-вверх-вверх. Но здесь можно проиграть именно ровности. Когда мы будем играть переменный штрих, то оно, само движение у вас будет максимально ровно. Та-та-та-та-та-та-та-та. Вы можете отдельно отыграть каждую из этих фигурок. В медленном темпе. И, скажем, басы можно слегка мутировать, палмьютинг делать. То есть, получается, мы с вами можем сыграть двумя способами. Первый способ – это открытые струны, без правой руки. И палмьют. Обращаю внимание на то, что здесь, в принципе, мы используем с вами ноты самого аккорда, но иногда басовые нотки мы берем с вами и играем совершенно, скажем, другие, которые не входят в состав трезвучия. Здесь у нас все входит. Вот здесь, например, мы играем это для того, проходящие басы, для того, чтобы просто это звучало. Как я уже говорил в своих ранних роликах, благозвучно, чтобы это было просто красиво. Итак, это вы все сыграли, и окончание мы играем аккорд Си мажор. Неопределенный, то есть он у нас не имеет терции, то есть этот аккорд мы можем использовать и в мажорной тональности, и в минорной. Но не суть. Итак, значит, первое мы сыграли с вами, то есть у нас получается, здесь и есть, здесь тоже есть. Далее обыгрываем аккорд Ми бемоль мажор. Обыграли. И сразу же уходим на Си бемоль мажор. Оп, и ушли. Потом идем, уходим на До минор. И уходим на Си бемоль мажор. Это за первым разом. Вот мы сыграли. Оп, перешли. Вообще, интересно созвучие, вот оно. Достаточно такое красивое, яркое, это аккорд Си бемоль с басом Ми бемоль. Очень красиво. Итак, за вторым разом мы играем все то же самое, только в конце идет у нас... Это уже мы переходим с вами на доминанту и играем уже тяготеющие аккорды и завершаем все это снова в Си бемоль. И это все играем по кругу. То есть это, в принципе, достаточно такой хороший, интересный тренаж для правой руки, потому что огромные-огромные скачки. Если вам понравился этот урок, то берите его, разучивайте и расширяйте ваши границы, чтобы у вас все получалось, чтобы правая рука работала как надо, левая рука работала как надо. Самое главное, чтобы у вас работало ваше мышление. Спасибо, пока.